Здравствуйте, сегодня хочу рассказать о таком креме для рук от фирмы O'Keeffe's, который специализируется на интересных составах. Извините, что написано для рук, это я маме писала, что это именно для рук, потому что она не совсем знает английский язык. Тут всего лишь 96 грамм, но этот крем очень экономный, то есть у него такая вот форма, как, ну, таблеточка какая-то, да, и довольно много продукта, и его нужно мало наносить. Этот крем специально для такой, как бы, очень сильно сухой, очень сильно потрескавшейся кожи рук. То есть, ну, как они пишут, working hands, то есть рабочие руки, которые всегда в земле, в воде, там, на строительстве или где-то еще. У меня мама любит огород, любит землю, и очень часто, как бы, руки у нее страдают от этого сильно, плюс у нее это все сухость возникает из-за сахарного диабета, и, как бы, вот здесь вот этот крем для рук как раз для таких вот рук и разработан. Вот такой вот состав, я не знаю, насколько будет вам видно, но я оставлю ссылку на этот продукт на сайте, и там более детально можно это все почитать. Нужно очень малое количество наносить на протяжении дня, и он очень быстро впитывается. То есть, если, например, вы работаете с бумагами или, например, в банковской сфере, когда нужно очень часто мыть руки, то, как бы, помыли руки, нанесли очень маленький, как бы, такую горошинку этого крема, и, как бы, он очень быстро высыхает. Запах у него тоже очень приятный, в принципе, и действительно, он помогает, и моей маме очень сильно понравился он. Я думаю, что закажу еще раз его, поскольку классный вариант, и он действительно рабочий, этот крем, и он для сухой и такой потрескавшейся кожи рук вообще идеально подходит. Довольно большая банка, красивая, то есть вот эта часть, она прорезиненная, и это очень классно, поскольку ты, как бы, уже жирными руками, да, можешь открыть и закрыть нормально все, хотя он очень быстро впитывается, то есть, ну, гарантируют они, ну, классный, кстати, крем, то есть рекомендую попробовать. По цене он не сильно дорогой, если сравнивать с тем же разрекламированным в США еще большим таким средством, я где-то здесь эмблемку поставлю, то это действительно, ну, неплохой конкурент, может быть, про него не все знают, но хороший крем для такой вот очень тяжелой кожи рук. То есть я думаю, что зимний период вообще это идеальный будет крем для рук для моей мамы. Обязательно повторю эту покупку и рекомендую вам тоже попробовать. И спасибо, что смотрите меня, подписывайтесь на канал, и всем удачи, пока!